одни из самых моих любимых книг DK Home Lab. Это книга в твердом переплете, в ней 160 страниц. Когда совмещают науку и крафт, мне кажется, это самое продуктивное занятие. А, смотрите, все эксперименты тут будут поделены на вот такие разделы. Food for thought, around the home, water world, the great outdoors. И, соответственно, в самых разных локациях мы будем делать самые разные эксперименты. Когда ребенок реализует эксперимент сам, да, это целый проект. Все это пошагово описано и показано на картинках, как это должно быть. И это, конечно же, объясняется, почему это работает так или иначе. Соответственно, тут будет и физика, и химия, и инженерия. И ребенок вот так вот, выполняя проект собственными руками, намного лучше поймет, как все это работает, безусловно, запомнит всю специальную лексику, и это расширит кругозор. Я думаю, что поднимет уровень любознательности у ребенка. Все они любят делать эксперименты и чувствовать себя маленькими исследователями вместе с книгой Home Lab.